Максим должен был умереть. А так и убралась из квартиры, да? Все как это, знаете. Ты за этим приходила? Я слышала ваш разговор. Но специально не вышла, чтобы поскорее найти календарь, чтобы Ира его не перепрятала. На убыль шло, обратно воротится. Смерть мимо пройдет, жизнь удержит. Что сказала, тому быть. Это действительно Максим мне помог. Очень надеюсь. Я думала, что уже все. Спасибо вам. Это тебе спасибо. Что сына моего так любишь. Как ты меня, дуру, старую. Я думала, что опытная. Людей насквозь вижу, вот видишь? Не разглядела, какую змею на груди пригрел. Вскоре Максим пошел на поправку. Они с Галей помирились. Подали после его выписки новое заявление в ЗАГС и через месяц расписались. Но отношения со свекровью у Гали так и не сложились. Хорошая быстро забылась, и Юлия Александровна снова стала к ней цепляться. Поэтому молодые решили жить отдельно. Часто в ожидании какого-то события люди зачеркивают дни в календаре и даже не догадываются, что сокращают этим свою жизнь. Потому что есть такая примета. Нельзя дни в календаре зачеркивать. Зачеркивая дни в календаре, вы вычеркиваете дни из своей жизни.